Наидобрейшего времени суток. Очередная поездка сегодня на закрытие мотосезона Братства Байкеров. Ехать мне туда около 400 километров из автобана. Так, сделал остановку, забыл добавить по погоде. Когда я выезжал, было 2 градуса тепла. Когда рассветало, было еще темно. Я увидел вот такую приблизительно картину. То есть поля винии белые. Посмотрите сами. Ну, сейчас солнышко вышло, уже почти растаяло. Но местами все так же, все поля все еще белые. Заехал на заправку, залил полный бак. Ну чё, будем выдвигаться дальше. Путь. Остановился на очередную небольшую паузу возле ресторана. Вот какие красивые здесь холмы и сам ресторан. Это отель-ресторан. Вот как-то так потихоньку двигаюсь дальше. Я, конечно же, припас для вас один сюрприз. Нас сегодня ждет встреча с легендарным Мотофунком и его товарищем Алексом. Оба товарища, ссылки в описании на их видео, два мотопутешественника. Смотрите, не пожалеете. Смотрю сам всегда с удовольствием. Очередная остановка, не мог не показать такое прикольное место, классное. Сделаю такую небольшую проводку. Лошадки даже есть. Вот такое красивое здесь классное место. Вот этот знак, плевок мотоциклисту в лицо, блин! Ну, я заметил я здесь еще одну фигню. Здесь вот, если видать в камере, между в асфальте есть такие полоски, как будто волнами идет, перебегает дорогу. Вот когда в повороте наклоняешь мотоцикл, он такое ощущение, или он правда, или такое ощущение, что он как будто уплывает, уходит. Его как будто сдвигает в сторону. Красота здесь, конечно, красивенная. И дороги. Вон пошла дорожка. Классно. Боюсь. Вот мы и приехали.
легендарный мотофонд. Где-то так заведено, веря в тебя и жду. На трассе ты не одинок, раз надо, поможем все. То прямо несется, то в бок жизни твоей шоссе. Если в душе ты байкер, сердце твое в дороге, топлива хватит в баке, рано столбить итоги. Встретят тебя объятья ветра по автострадам. Байкеры — это братья звездам, кострам, закатам. А за горизонтом вдали такой же нелегкий путь. Зачем шлемы наши в пыли, скажем когда-нибудь. Но это лишь смогут понять, кто вольным рожден на свет. Моторы зовут нас опять, байкам преграды нет. Если в душе ты байкер, сердце твое в дороге, топлива хватит в баке, рано столбить итоги. Встретят тебя объятья ветра по автострадам. Байкеры — это братья звездам, кострам, закатам. Твое в дороге, топлива хватит в баке, рано
Вот оно, утро 30-го. Спалось офигительно, вот на палатке лед. Короче, его бьешь, он отлетает. Вот. Вот так, это все белое. Классно, короче. Офигительно. Вот так выглядит место ночевки. Все белое, все замерзшее. И мотоцикл. Лед. Такая немного печальная нота. Сдох аккумулятор, с горочки завелся. Как-то так. К зиме подарок. Выдвигаю домой. Итак, продолжается дорога домой. Заехал, заправился, проехал 100 километров, размялся маленько. Первый рывок есть, теперь буду почаще немножко останавливаться. Вот, кстати, вот такие вот цены на воскресный день. Ну, я скажу, здесь дешевле бензин, чем у нас. Немного, но все же дешевле. Вторая остановка, ну и думаю, последняя. До дома осталось 60 километров. Одним присядом по-любому схаваю. В общем, хотел выразить свою благодарность клубу «Братство байкеров». Отличная организация, очень хорошие, приветливые люди. Также мне в них очень понравилось то, что они придумали много интересных конкурсов. Также я очень рад был встретиться с людьми с прошлой встречи. Приятно было всех увидеть. Также Мотофунка с Алексом. Короче, все было отлично и на высшем уровне. Так и далее. И все будет прекрасно, 100%. Ну, на этом буду заканчивать. Всем всего хорошего. Прошу за видео не судить строго. Все не снимал, потому что не хотел нарушать приватность людей. Ну, в общих чертах я выразил то, что хотел. Всем удачи, всем пока.